страшно, непонятно, недоступно. Паллиативная помощь вызывает много домыслов и сомнений. Кому она показана, когда и для чего за ней обращаться? Доктор ответит на все ваши вопросы. 25 июля в студии врачи Самарского областного онкологического диспансера Юлия Русских и Эльмира Акамова. Программа «Звоните доктору». 25 июля в 18:15 на телеканале «Самара ДИС».